работает логопедом. Я похожа на маму тем, что я тоже учу своих игрушек выговаривать правильно звуки. Я хочу поздравить мою маму и всех женщин с 8 марта. Ведь этот праздник замечательный, уже близко. Поздравляю их, желаю счастья, здоровья, успехов на работе, чтобы в жизни не было никаких проблем, чтобы у мамы всегда светились глаза, как солнце. Еще раз всех с 8 марта. Я похожа на свою маму тем, что я такая же красивая, энергичная и позитивная, и всегда улыбаюсь. И также я поздравляю свою мамочку с 8 марта и желаю, чтобы она была всегда здоровая и энергичная.